Экономия денег на бразильской Олимпиаде во всем. Жалобы летят ото всех сборных команд. Больше всего нареканий на Олимпийскую деревню. Она недостроена, часть корпусов так и не сдана в эксплуатацию. Звезды мирового спорта вынуждены готовиться к стартам под строительный шум. Австралийская сборная и вовсе покинула свой дом. Спортсмены заявили, что он разваливается на глазах. Но это не все. Тренировочные условия в Рио, мягко говоря, не очень. Наша олимпийская надежда, теннисистка Кузнецова, раскритиковала олимпийский корт. На видео, которое выложила спортсменка, она и тренер команды Анастасия Мыскина признаются, что шокированы организацией игр. Центральный стадион у нас, который еще чистится, моется, пылесосится. Там достраиваются другие корты. Вот это, мне кажется, тоже какой-то стадион, если честно. Но он еще вообще ни малейшей готовности. Но везде чувствуется, что идут огромные работы по конструкции всего. Расскажи ощущения об Олимпиаде. Ужас. Ну нет, я имею в виду корта. Я защищаю. Нет, деревня хорошая, жить можно. А вот корты сделаны где-то в стройке. Мы тренируемся, играем на стройке. Моя мокрая, моя тайна. В стройке пыльно, ветрено.